Друзі, повертаємося в нашу бадьору ранкову студію, і тепер у нас в студії теж досить оригінальний, нестандартний гість, режисер дитячих серіалів Антон Борзенко. Доброго ранку. Здравствуйте. Антон Борзенко, режисер дитячих серіалів у нас. На самом деле, тільки зараз обратив увагу, да, що це є, похоже, парень похож. От прикольно, такий, знаєш, образ сурового, такого міцного характером. Слушайте, ну детективи, у них же у всіх, мабуть, якась відсилка є, знаєте, к той класиці, яку ми всі знаємо. Которые вы с детства прям читали, у вас, наверное, ассоциативное мышление просто работает. Напевно, так. А я в легкому такому шоці. Чому? Як діти можуть так круто грати? Да, діти у нас всі молодці. Ну, це серйозні ролі. Ну, я не знаю, кому це, на самом деле, комплімент мені или дітям. Вам. Хорошо, давайте розцінимо, що мені. Діти молодці, вони однозначно всі молодці, вони хорошо учать слова. Все остальное – це робота режисера, робота зйомочної команди, яка проходить на зйомці. Тут не суть в словах, а суть в подачі. Він настільки впевнено все говорив, що навіть я повірила в те, що він говорить. Ребята молодці. Скільки дублів треба записати, щоб був чистовичок? По-хорошому, где-то 4. 3-4 дубля, максимум 5, это вот одной реплики каждого ребенка. При условии, что они хорошо учат слова, конечно. От мені цікаво, ти знаєш, дитячі серіали і звичайні серіали, до яких ми звикли. На твій погляд, у чому найголовніша різниця? В нефальсифицированной радости на глаза. Честность. Да, в честности, знаете. Ну вот я просто ехал сюда, думаю, надо об этом обязательно рассказать. Вот дети, они же совсем по-другому как-то видят мир, знаете, и совсем другим вещам радуются. Вот как-то ребенок же не будет смотреть, там, знаете, вот на машину соседа, условно там. Вот они, вот у нас, у всех же была в детстве любимая палка, да, вот я об этом думал. Пистолет? Да, джедайский меч, она же была всем. И вот здесь, ты когда работаешь с детьми, ты смотришь на их глаза, ты смотришь на то, как они реагируют, как они смотрят на себя в объективе камеры, как они просто подходят, говорят тебе спасибо не потому, что так надо сказать, а потому что они действительно вот чувствует эту благодарность, эту радость за то, что, казалось бы, за какие-то для нас обычные вещи, да, ну, вроде сняться, что здесь такого, а нет. Слухай, детей, є важливий момент. Серед майстрів, серед акторів є така думка, що діти і тварини – це найкращі актори. Зараз про дітей. Ти погоджуєшся з цим? Они наверняка лучшие актеры, но сложность этого заключается в том, что когда их много, спробуй организовать. Да, спробуй организовать. Они как-то взаимодействуют, ну, не какие-то волны ТикТока сразу появляются, понимаете, местные шуточки. И вот в этом сложность, конечно. Но в целом очень благодарные актеры. Когда их 2-3, тогда очень легко работать. И прям вот эта отдача, она фиксируется, она чувствуется, она есть всегда. Ну и давай еще одно питание. Діти актори, чому у них слід повчитися акторам там вже старшим? Ну, актеры старшие, наверное, все-таки берут все знания, все умения из какого-то опыта, из какого-то багажа, накопленного в университете, с предыдущих фильмов. Дети актеры, они берут же все эмоции из жизни. Ну, так. Наверное, ну правда, но если у ребенка не было до этого никакой плюс-минус, в принципе, никакой роли, откуда он будет брать эти эмоции? Он же просто читает, просто видит эту картинку, сочиняет, как человек сочиняет песню из головы, так ребенок, видимо, сочиняет эти эмоции. Это детская вселенная, знаете, вот как там Marvel сочиняет свою вселенную, у DC своя вселенная. Мы пытаемся сделать какую-то детскую вселенную, понятное дело, они все детективы, они все преступники понарошку, не по-настоящему, очевидно, и смерти тоже все выдуманные, но это как-то. Я пользуюсь, как бы, собственно, случаем, хотел похвастаться, собственно, почему-то наша киностудия, чем бы хотелось похвастаться, это сценариями. То есть я знаю, что вот все молодые, не все, но очень много молодых студий, они как-то конвертируют, что ли, возможно, какие-то прочитанные произведения, и в этом ничего плохого нет ни в коем случае. То есть все даже опытные режиссеры снимают по книгам, это абсолютно нормально. Но мы, наверное, из-за амбиций, наверное, что ли. Взломала систему. Нет, не совсем. Мы просто из-за амбиций, мы хотим делать все исключительно по авторским сценариям. Класс. То есть все, что вы видите, это короткометражные фильмы, 10, 8, 15 минут. Вот, но это с нуля сочиненная полностью история. А я хочу запитати, наймолодший актор, скільки років?
Где-то 6-7, наверное, вот так. А в принципе, все дети от 6 до где-то 12, 13, 14 лет, вот так вот. А розкажіть систему, ви проводите кастинги. Зазвичай діти приходять з бажанням, чи їх проводять за ручку батьки? Вот первый раз, наверное, зачастую. То есть, ну, дети, очень маленькое количество детей, которые снялись один раз. Большинство детей прям вот изначально приходят по желанию родителей, как мне кажется. Но потом вот снова такие родители очень часто радуются, радуются тому, как радуются дети, глядя на себя в экране. Да, ну, все, наверное, хотели в детстве быть актерами, нет? Ну, ладно. Я хотел быть космонавтом. Да. Я навіть не думал. А я не пам'ятаю, ким була. Єдине, що я пам'ятаю, завжди бабуся, ми переходили з сестрою на російську мову, і нам завжди говорили: «Кацапи понаїхали». Це я сина пам'ятала на все життя, розумієш? Жарти підлетіли, неочікувано. Слухай, хочеться зрозуміти от найголовніше. Я режисер за освіту, і я розумію, що таке режисура, це коли там ти театральна, вже, знаєш, більш доросла. Але як ти вирішив стати режисером саме дитячого напрямку? Вот честно, я не решал, я не пришел к этому сам. Это как бы родоначальником, наверное, основателем этой киностудии, это является мой отец, который пишет, который вот сублимирует всю эту энергию детективную в себе, скажем так, и сочиняет все это, и я, наверное, выступаю как продолжитель. И в режиссуре я даже не по образованию, в режиссуре я скорее из клипмейкерской деятельности отчасти, то есть какая-то команда, с которой мы работали по клипам, вот, и скорее оттуда вот все это идет. Вот. Никакого образования, правда говорю, нет, и ну вот, как-то так. Ви знімаєте короткі метри. Чи плануєте зняти повнометражний фільм з дітьми? Это, кстати, хороший вопрос. У нас есть множество сценариев короткометражных, и есть какое-то количество сценариев, которое, в принципе, подходит под полный метр. То есть у нас даже вот одно рабочее название, если могу рассказать, это «Детектив с косичками». Вот, то есть это рабочее название у девочки, которая закончила детективную школу, ее отправили в деревню в какую-то, в которой полный трэш происходит, и благодаря своим знаниям, умениям и уму, она вот в этой навела большой порядок в маленькой деревне. Вот, как-то так. Ну, неочікувано. Маленька дівчинка навела порядок в селі, так. Да. Слухай, хочеться також ідея та ціль серіалу. Слушайте, ну, идея, мне кажется, любая хорошая идея, всегда любая великая идея, она начинается, наверное, от любви к тому, что ты делаешь. Вот. И цель сериала, наверное, все-таки показать, что жанр жив. Я очень редко встречаю, в принципе, какие-то детективный контент, в принципе, даже на мировой арене, но все, почти, возможно, я обращаю на это внимание, но все большие фильмы, которые случаются на мировой арене, допустим, в голову приходит «Убийство в Восточном экспрессе» по Агате Кристи, снятый относительно недавно. Но это прям большие картины, которые они явно выделяются на фоне той массы боевиков, которая вот происходит. И, наверное, вот цель — показать вот этот бессмертный жанр, который детективами, в принципе, ну, к сожалению, тема вот этого криминалистики, она же никуда не денется никогда, не исчезнет. Но вот этой вот в эстетике вот обыгрыша киношного детского, наверное, этот жанр может жить всегда. И всегда приносить людям какую-то радость. Ну, так. Не знаю, наверное, в этом речь. У мене до тебе от таке питання. Якщо взяти жанр криміналістика, не здається тобі, що зараз, за останні роки, воно трішки попси туди додали, аж іноді занадто? Наверное. Угу. Ну, а какие другие есть вечно актуальные темы? Так. Любовь. А сколько попсы в любви? Потому что попсы в любові багато. Ну да. И вот и очень круто. Додати трішки криміналу і клас. В любові. Кримінал і любов. Кстати, да. Криминал. Да, кстати, это прикольно. Ну, я, кстати, думал, я пришел к вам с загадкой. О, а ну. Вот, я просто думаю, вам ее задать или зрителям? Так, тут неочікуваний розвиток. Давайте нам, якщо ми не відповідаємо, відповідають наші глядачі. Ні, так зачекай, давайте зробимо тоді флешмоб. А, ми ж відповімо. Ні, розумієш, але не факт, що ми знаємо відповідь, розумієш? Ні, глядачі нам допоможуть.
А давайте мы сделаем, мы таким образом разыграем, возможно, роль. Сразу головну? Без... Так, давай. Головну. Но главное это... Шкода, это... что я не дитина. Главная роль — это большая ответственность. Давайте мы разыграем просто какую-то роль. Опять-таки, я хвастался авторскими сценариями. У нас концепция такая. Сценарий. Так. В конце всегда зрителю дается возможность отгадать. Отгадать, как детектив обнаружил это убийство. Самых нетерплячих может нажать пробел дальше, посмотреть, собственно, и все. Но я вам вот предлагаю рассказать историю до этого момента, до этой черной полоски. И как бы вот, пусть зрители отгадывают, пишут нам в Инстаграм, и кто будет первый, тот получит роль. Давай, класно. Готовы? Включить. Готовы слушать прямо. Так, ми запустимо на Інстаграм-сторінці «Вправда тут», слідкуйте, і ви можете бути актором в детективі дитячому. Итак, комната, кабинет. Так. Сидит вдова, которая рыдает, секретарь, который ее утешает. Угу. Мы этот фильм, кстати говоря, отсняли. Прекрасные актеры снялись. Охотникова, Тимрук, Вячеслав, Зайченко, Маша. Очень хорошие ребята, но как бы дело в загадке. Вдова плачет, секретарь ее утешает. Детектив докладывает по телефону. Убийство произошло в 7:45, на часах в 7:45 криминалист сказал, что убийство было зафиксировано вчера вечером. Труп лежит возле стола. Так. Будем опрашивать свидетелей. Садится перед ними и говорит: вот расскажите вашу историю, мадам. Мадам рассказывает: я приехала вчера в 19:25 вечерним поездом. У меня, мы живем недалеко от вокзала, домой шли всего несколько минуточек, и вот я была уже дома там в 7:30. Так. Вот. Мужа не было дома, я знала, потому что мы оговаривали это утром. Я разложила вещи, принялась за чтение, читала долго и уснула. А утром меня разбудил секретарь человека, мужа, и сообщил о самоубийстве. И вроде как все запутано, и в этот момент звонит механический будильник. На часах ровно 8:00. Детектив поднимается, выключает будильник и говорит: это не самоубийство, мадам, скорее всего... Вы убили своего мужа. А что моя бутылка ответ? Так. Как она это поняла? На самом деле все максимально просто. То треба просто бути уважним. І ось наверное, не знаю. Ну, давай, я предлагаю все-таки, если зрители смотрели, давайте оставим эту загадку и в Инстаграме, в нашем Инстаграме разыграем эту роль. Так. Давайте, бо я навіть я не зможу відгадати зараз. Мені дуже хочеться розказати. Треба передивитися декілька разів це відео з історії і потім проаналізувати, і ми знайдемо обов'язково. Там є відповідь. Тільки відгадку не дивитися. Ні, я маю на увазі, ми самі знайдемо відгадку, а наші глядачі мають участвувати активно, тому що розігруємо роль в фільмі в короткому метрі. Окей. А это детские сериалы, я прошу заметить. Дитячий сериал. Так, ось це було досить доречно, знаєш, що таке трішки відчуття з'являється, якщо це дитячий серіал. Одразу занурюєшся. В принципі, все просто, а тут, ну ладно, я помовчу. Я реально не знаю. Воно цікаво, я не знаю, що тут. Стосовно ідей, хто, я так розумію, ваш батько пише сценарій? Да, сценарій пише отець. Наскільки вперед ви там продумуєте зйомки, тому що серіал потребує постійно нового-нового. Як часто у вас відбуваються зйомки і як багато дітей вже пройшло через ці серіали? Слушайте, у нас как бы, серіали діляться по уровням, как лиги в футболе, знаете, то есть как бы детектив это вот не в обиду никому, конечно, но это как бы верхушка. Есть много других сериалов, много других проектов, в которых участвует другое количество детей, 5-10, есть сериалы, в которых участвует один ребенок. Вот. В детектив мы стараемся отбирать вот как бы лучших, которые показали себя везде. Отсняли мы довольно много работ, но вот конкретно вот эти детективы, украиномовні і так далі, ми їх как бы готуємо під телеканал. Так. Вот, з різними телеканалами общаємося, знаєте ли. Вот, і как бы їх какое-то количество є. Тобто, примерно сезон ми вже відсняли. Сценаріїв очень много. Прям сценарії пишуться наперед. В таком количестве, что мы, в принципе, снимать-то и не успеваем. Мы снимаем один-два сценария в неделю.
Вот. А пишутся они... Есть, знаете, есть просто люди, которые занимаются своим делом. Так. Вот, есть. И вот в комплимент своему отцу и сценаристу могу сказать, что это человек, который может в день просто сочинить по 2 сценария вот просто за... Ну, потому что оно в нем все сидит. Он всю эту энергию... Я это немножко сентиментально, конечно, но яркое воспоминание из детства — это огромная книжная полка у нас была дома, и которая выше меня была. Там были эти книги Агаты Кристи, Дюмы и всего остального. И вот я уже теперь понимаю, что человек сублимировал вот всю вот эту детективную энергию в себе там на протяжении всей жизни. И вот сейчас оно как-то... Реализовывает. Да, да. Ну, как-то вот сейчас он аккумулировал эту энергию, сейчас оно ее выдает. И то есть я бы не смог. Что можно делать? 2 сценария в день. Ну, это прям надо придумать, вы понимаете? Это не так просто. То есть я сам порой удивляюсь, читаю, думаю, блин, ну прикольно. Класно. Ну, ти знаєш, м'яко кажучи, вражаюче. 2 сценарії в день. Я думаю, що він смотрит ефір і восприймає це як комплімент. Слухай, це абсолютно точно комплімент, тому що люди, які займаються своєю справою і приділяють своїй справі так багато часу, вони поістині, знаєш, щасливі. Да. І давай згадаємо про Шерлока Холмса. Ми згадали Дюма, так, Агата Крісті, Конан Дойль. Також да. Займає своє почетне місце. Я почему-то как-то с Шерлоком знаком, но очень поверхностно. Я могу рассказать свои эмоции, которые тянутся из детства. Понятное дело, мы все смотрели Шерлока Холмса в разных интерпретациях, так. В том числе и Гая Ричи и так далее. Но вот последнее, то, что всегда почему-то вдохновляет, я думаю, вы видели в детстве сериал «Лейтенант Коломбо», да? О, ну класс. Это снова-таки сентиментальность, но вот мои яркие воспоминания из детства. Это когда чем бы я ни занимался, я сижу, делаю уроки либо на кухне, либо что-то. Антуан Коломбо. Я бегу к родителям под одеяло, и мы вот так, как хомяки, сидим, смотрим этот сериал. А сериалы шли не 20 минут, как сейчас, не 40, а 1,5 часа. И вот я пересматривал уже в трезвом возрасте, во взрослом, пересматривал этот сериал несколько прям раз от начала до конца. Ну, по-моему, это... Гениально, что ли? Питер Фалька как актер, конечно, блин. Но вот я не вот основа таких о вечной жизни этого жанра. Как можно быть актером в одном плаще, отсняться сколько там сезонов? 12. И быть в каждой серии интересным. Ну это прям какая-то магия, что ли, нет? Так. Ну, слухай, магія, так, я тебе абсолютно підтримую. Це дійсно магія. Ми тобі дуже вдячні за те, що... Я вам дуже благодарен за приглашення. Так, дякую, що прийшов, що пробув ранок з нами, поговорили про все важливе. Друзі, обов'язково слідкуйте за нашими соціальними мережами, там є класний конкурс, реально. Тому що нам просто залою вже пізно йти в актори, але, друзі, увага, слідкуйте. Антон Борзенко, режисер дитячих серіалів, сьогодні у нас у студії... Таких матеріалів цікавих, як ви тільки що подивилися на YouTube-каналі «Правда тут медіа», ну, дуже і дуже багато. Тому підписатися обов'язково. А ще нагадаю, що там є дзвіночок, який буде вас сповіщати, що з'явилось уже щось нове і дуже цікаве.